Так, монтаж ничего. Главное выложить видосик. Угадайте, что это? Да-да-да. Это мой заказ на 11-11 ноября. На глобальная распродажа. Такой вот у нас пакетик. Потому что денег очень много у меня, я не знаю, куда их деть. Поэтому решил хоть чуть-чуть все-таки не надо потратиться, естественно. Что у нас тут? Такой вот китайский пакетик. Ем доширак, зато у меня новый Samsung Galaxy S8, что не может не радовать. Что я на него мог купить? Итак, угадайте, что это. В комментарии, конечно же, ответы. А я подожду немножечко. Раз, два, три. Отлично, написали, лайк поставили. Опачки, опачки. Жжж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 
Это у нас USB Type-C кабель для зарядочки и синхронизации. Насчет синхронизации я не уверен. Но вот зарядка, я думаю, зарядку он потянет. Давайте достанем это. Очень минималистично, очень, я так понимаю, коротко, да? Вот, по-моему, 30 сантиметров, а то и меньше. USB Type, как говорится, C. Фирменная надпись. Давайте посмотрим. Ну да, думаю, 30 сантиметров тут есть, будем надеяться. Давайте попробуем подключить к зарядке и посмотрим. Мы снова вернулись в нашу студию. Вот такая у нас зарядочка к Xiaomi на 10 тысяч мАч. Может быть, там и не 10, конечно. Так. Вот это я даю жару, ребятушки, ребятушки. Вы не себе не представляете, я пошел сейчас искать телефон, на который я сейчас снимаю этот обзор. Это просто пипец. Ладно, сейчас попробуем. Будем тестить, будем пробовать за 100 с чем-то. Ой, какой 100? За 58 рублей, по-моему, я заказал этот кабель со скидкой. Вот. Если что, я оставлю ссылочку в описании. Итак, мы возвратились в наш интерфейс нашего телефона. И давайте попробуем подключить зарядку. И посмотрим, заряжает ли он данный телефон. Так, сейчас вот, да, зарядка пошла. Пошли проценты. Так, давайте включим камеру, посмотрим. Да, отсюда, наверное, не видно, но там лампочка мигает, зарядка идет. Это не может не радовать. Купил я себе этот кабель для того, чтобы подзаряжаться в дороге. Достаточно удобно. В карман положил аккумулятор и себе заряжаешь спокойненько. А дома уже использовать обычную зарядку. Вот, ну, вот так вот выглядит пакетик. Все ссылочки я оставлю в описании на этот кабель. Если кому-то пригодится, заглядывайте туда. Я буду рад. Покупал на Алиэкспрессе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Увидимся. Пока-пока.